Вокзалы, вокзалы, потоки людском, и перроны, и залы. Кто уезжает, кто приезжает, и встречи случайные здесь тоже бывает. Уважаемые пассажиры, электропоезд, сообщение Москва-Иркутск проследует через 10 минут. Валерка! Серега! Здорово! Привет! Давно не видались! Сколько зим, сколько лет! Как рад я увидеть, Серега, тебя! Как одноклассники наши! Как дома дела? Из дома Валерка уехал давно. И вот все мотаюсь за длинным рублем. Ну как, заработал? Да! Ничего. То здесь подколымлю, то с шабашкой свезет. Да, видно. Неважно, дела у тебя. А сам-то нормально? Собрался куда? Я на Байкал. На Всероссийский форум спешу. Судьбу с профсоюзом связал я свою. А что профсоюз? Только взносы плати. Ну нет, Серег, ты так не скажи. Завод, профсоюз — это все для меня. Защита, опора и помощь всегда. Как школу окончил, приехал сюда. Здесь, сам понимаешь, нет ни кола, ни двора. Я на завод тут работать пошел. Вступил в профсоюз, где поддержку и помощь нашел. А платят-то мало, гроши, ерунда. Нет, зарплаты достойные, наш профсоюз добьется всегда. И что же еще в профсоюзе твоем? Он о здоровье моем, как говорится, печется и ночью, и днем. И если достоин, учебу оплатит он за тебя. Мои проблемы он берет на себя. И там в профсоюзе друзей я нашел. Пока мы все вместе, нам любая беда нипочем. А это друзья, Серега мои. Мне с ними по жизни всегда по пути. Мы целью единой, спаяны все. Мы помощь народу, опора стране. А вот. Это Серега, мой однокашник, сосед. Живет как придется, испытал много бед. Сейчас мы расскажем, Серега, тебе, что профсоюз значит в нашей судьбе. Профсоюз — наша молодость, профсоюз — наш оплот. Нас профсоюз к победам ведет. Труд он достойный, нам обеспечит всегда. Ведь мы без него ни туда, ни сюда. Зарплаты достойной добьется он нам. Зеленый свет даст он нашим правам. Вступай в профсоюз, там поддержку найдешь. И в профсоюзной жизни ты позитив обретешь. Вот это сила, вот это мощь. Профсоюз и мне сможет помочь. А ну, не поеду я на шабашку. Довольно мотаться и жить, как букашка. Валерка, ты мне, дружок, подскажи, в завод как попасть? В профсоюз запиши. На завод я устрою, в профсоюз запишу. Ну а я всем друзьям своим расскажу. Молодцы! Йоу, профсоюз, достойный друг. Короче. Родина твоя, здесь мы рождены, сотни человек. Строить этот мир, 21 век. Все крышлишь ты здесь, наша молодежь. Силой профсоюза ты не пропадешь. Молодость моя, это яркий свет. Молодость твоя, это наш совет. Здесь не учим мы, как же нужно жить. Каждый в этой жизни хочет победить. Каждый хочет мира, каждый хочет власть. И я хочу, чтоб здесь ритма улеглась. Хороши собой, то, что Бог нам дал. На работе ты, профессионал. Здесь и жил студент, каждый ножный туз. Это наш могучий, это профсоюз! Для вас выступала команда великолепная «Семерка». Раста здесь, Тимати здесь, буряты здесь, все нормально, друзья.